Еще осенью на этом участке ничего не было, кроме строительного мусора. Но уже под зиму участок внутри винного подворья Старого Грека распланировали. Сняли старый грунт, завезли чернозем, уложили трубы автополива, и уже этой весной зацветут здесь редкие кустарники. И даже райские яблочки будут радовать глаз гостей. Стены подсобных помещений сложили из камня, который остался от древнего разрушенного храма. Бережно хранят здесь даже старинную черепицу, которую в былые годы изготавливали на Витязевском лимане. Дали вторую жизнь и вековому колодцу. Ему практически около 200 лет. Мы опустили вниз, да. Вот здесь это вода? Вода есть, да. Мы его почистили. Сейчас метров 5-6 глубины, там есть вода. На удачу. На удачу, под кого на удачу. В подвалах с постоянной температурой не выше 15 градусов будут удивлять редкими винами. Туристы поедут сюда с удовольствием, потому что интерес ко всему, на чем лежит отпечаток хозяйской руки, хранящей мудрость традиций и национальной культуры, во все времена был высок. А сейчас, когда мы возвращаем гордость к отечественному производству, с уверенностью можем сказать, что анапское вино – наша национальная гордость. Отец и сын Аслановы не растеряли былую славу анапского виноделия, а многократно ее приумножили и к началу курортного сезона готовятся серьезно.